Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы вновь решили попытать счастье на морской рыбалке. Пойдем мы сегодня опять носить наволок. Вчера я почитал сообщение, люди сказали, что рыбка есть на глубине 190-200 метров. Берегу рыбы нету, только на глубине. Поэтому сейчас идем на глубину носить наволок. Добрались мы до сеть наволока, шли-то хорошо, было тихо, сейчас что-то подраздуло немножечко, но обещает 7-8 метров южного. Пока я завтракал, пил кофе, думал, что рыба-то клевать не будет. Борис Николаевич потихонечку взял двух рыбинок, небольшую пикшу и более-менее нормальную трясочку. Продолжает рыбачить, я еще даже удочку не опускал в воду. Сейчас подождем, клюнет, не клюнет у него еще раз. Будем дальше думать, что делать. Понятно, что искать? Не, ну может на позавчерашнюю точку зайдем. А все-таки 190 и рыбка была, может там она. Где рыба-то? Да, она всплывает-то не туда. Неплохая трясочка. Отлично. Точку в навигаторе надо забивать. Дорогие друзья, вот и я дождался своей поклевочки. Не знаю, что там. Вот так кажется. По ощущениям, рыбка-то и ничего. И она там, красавица. Перешли на наши 200 метров и сразу же у нас по поклевочке нормальная трясочка, чё. И моя здесь удочка работает. У нас сегодня на борту особый пассажир. Осталось посмотреть, что у меня здесь. Где там у нас рыбка? Ничего такая. Какая хорошая трясочка. Идти на нашей точке ловится все-таки. Будем здесь сегодня весь день болтаться, искать рыбу. Ну как оно, Борис Николаевич? Может, идет. Что за пузо? За пузо? Посмотрим. Налим! Красавчик, налим! Сегодня Борис Николаевич по налимам пошел. Я в прошлый раз, он в этот. Нашел я точку с рыбой. Вот, рыбешка поклевывает постоянно. Ну, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Thank you.
что ли, дорогие друзья? Зачет. У нас по хорошей поклевочке. Сейчас посмотрим, что здесь будет. О, где-то на подходе уже. Ну. О! Ай-яй-яй-яй. Давай ждет. Осторожно. Хорошая рыбка. И раз, два, три. Есть. Рыбка в лодке. Килограммов 5. Да. Пятерочка. Зачет. Переходим на этот борт. Что у нас тут? А, еще 50 метров. Упирается, да? Упирается рыбка. 8 метров. 7. 6, 5, 4. И что у нас там? Вот хороший. О, вот это трофей. Да. Никак. Надя, давай. Опа. Есть. Молодец. Слышь, что-то разбили, ты говоришь, самый симпатичный убийца рыбы. Молодец, попозировал, можешь сваливать. Поклевочка у нас. И Амасус идет, ягуар. Смотрите, какой красавчик. Что-то упирается там такое неплохое или заднее. Тоже ничего. Снесло нас на точечку опять, где мы рыбачили. Я специально выше заехал, и поклевочки пошли одна за одной. Сейчас только Борис Николаевич что-нибудь вытащит. Что там, есть, нет? Я там из-под лодки. О, есть. Отлично. Так, ну и переходим на корму. Что у нас на корме? А у нас на корме Надежда тащит рыбку. Осталось чуть-чуть. Отлично. Да. В этот раз, Надь, что-то мелковато. Сидел, попивал кофеек, никого не трогал. И тут что-то подсело. А что подсело? Ага. Мой любимый налим пресноводный. Ой, морской. Видите какой? Полторашку. Зимой такого, как я уже сколько раз повторяюсь, поймал бы, счастливый бы был. Ну, а сейчас это так себе. На котлеты пойдет. Море успокоилось. Сейчас у нас тихая вода, так называемая. Тихо-тихо стало. Пунду не сносит, Борис Николаевич. На дне не клюет, поднял 10 метров от дна. И вот такая трясочечка. Ну а мы сидим, кукуем. Удочку у меня отобрали, сказали пользоваться простой. Она хоть и электрокатушка, но я шнур дома оставил от нее. Поэтому кручу вручную. Шнур оставил, что ли? Давай подбирай. Так, где она там? У меня пищу. Ой, идет. А, меня, Борис Николаевич. Подбирай. Я собрал ты все, наверное. Все собрал, все удочки собрал, 3 штуки.
как в лесу это. О, идет. Родная, даже вижу. О, хорошая рыбка. Да, хорошенькая. Зачет. Ну что-то две рыбки, у меня что-то уже сил нет. Нет, все-таки на электрокатушку ловить веселее. Где там моя красоточка? А, да и неплохая рыбка-то. Как так-то, а? Во. Бывает. А что это? Что это? Это ниточка. Где-то на дне была ниточка. Так, а у нас тут какая-то рыбка подсела. Сейчас посмотрим, что же там у нас за рыбка-то. Давай, 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 давай. О, хорошая. Зачетная. Ну, как Надя удочку берет, так и рыбка хороша. Хорошо, хорошо. Не боится. Ага. Зачет. Хорошая трясочка. Рыба клюет. И там, и тут. На всех удочках. На. О, о, мамонтенок какой. Это зачет. Оп. О. Но это да. Напоролись на какой-то косяк. Рыба за рыбой у всех. Кто... Даже удочка вон стояла, вот то уже села на нее. Просто подымает. Сейчас Надя выкрутит. И мы решили по полной, чтоб Надя прочувствовала рыбалку сегодня. И вручную, и электрокатушку. О, подходит. О, как бежит красиво. Отличная рыбка. Зачет. Молодец. Тяжелое это дело. Не знаю, наверное, крайняя рыбка и нафиг. Что-то у меня уже сил нет. Поднимать вручную. Давай, все, сейчас должна показаться уже. Тащилась-то как пятикилограммовая. На море погодка, ну просто сказка, а. Да, это просто. Для середины сентября это идеальная погода. Небольшой ветерочек, солнышко, тепло. Даже жарко, я бы сказал. Знаете, все без шапок сидим. О, идет красоточка. Где она там? Да. Оп. О, какая хорошая трясочка. За голову, правда, но... Атаковала. Ага, и промахнулась. Ну и где наш трофей? Заключай, оп. Да. Не трофей. Еще и меня подцепило. Надеюсь, в этот раз хоть рыбина, а? Потому что я уже устал, все реально. Ну нет у меня больше сил. О, подходит желтая, значит сейчас рыбка появится. Где она там, родная? Она идет. Бежит, 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 бежит. О, хорошая трясочка. Оп. Что, зачет? Полторашечка, двушка. Заходим вновь на точечку. Торговый флот еще у нас бегает пока, не вымер. Вот,
Так, посмотрим, что у нас здесь. Зали неплохая должна быть, если не забок. Так, ну где она, родная? Бежит, 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 да. Вот. Вот это да. Это я понимаю. Поднимется. Ох. Вот. Вот эта рыбка идет. Где? Не. Хорошая. Пунда обратно в воду бегом. Бывает и так, что вот удочку поднимает, глубина 200, она 140 догоняет и клюет. Вот сейчас у нас такая же ситуация. Я посмотрю, что там за рыбка догнала, Бориса Николаевича. Это просто интересно тоже. Ну что, трясочка. Ничего так. Дорогие друзья, пришло время покормить чаек. Они уж давно здесь ждут. Настя, поехали. Раздаю! Бесплатно! Налетай! На этой позитивной ноте мы, наверное, будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалочку. Время 17:30, 19:30 нам уже быть дома надо, что закат. Ну да, хорошее завершение сегодняшней рыбалки. Главное, не пикша. Молодцы, Борис Николаевич. Старались. Дорогие друзья, подошла к концу наша сегодняшняя рыбалочка. Рыбалка была удачная. Конечно, хотелось бы трофеев, ну, такие килограммчиков по 30, но сегодня их не было. Но были килограмм по 6-7 рыбинки, где-то в этом районе. Что еще сегодня? А, ну сегодня у нас произошло посвящение нового морского рыбака, это Надежды. Она выдержала испытание стойкое. Ни качка, ни дальние переходы, ни холод, потом жара. Ничего ее не оттолкнуло от морской рыбалки, она уже готова в следующий раз выходить. Поэтому команда рыбачьего патруля пополнилась. Что у нас еще? Все, пойдем к дому. По рыбке у нас сегодня килограмм, наверное, 100 мы поймали. Дорогие друзья, спасибо за лайки, за комментарии. Все, всем счастливо, всем пока.